Всем привет! С вами Саша Гендель и Гоша Грипс. Проект «Первая варка» пивоварни Биар-Брю. Сегодня мы... Давай ЧБ будет. Давай ЧБ. Так, да. Оп! И все стало ЧБ. Сегодня в обзоре ЧБ мы хотим отведать Indian Pale Ale от пивоварни Gorilla Brewery. Gorilla Brewery. Меня пивоварня привлекла тем, что ее очень мало где можно встретить. По крайней мере, я в Москве ее вообще не видел. Очень странно увидел в Подольске. Судя по чекинам в Антапте, это пиво также очень мало пьют, редко. Либо его мало пьют, либо его очень мало вообще есть. Не так давно я пробовал Апат этой пивоварни, она мне очень понравилась, поэтому хочу, чтобы Саша отведал и Пашечки и высказал свое фи по этому поводу. Поэтому, маэстро, прошу вас. Можешь высказаться по поводу, кстати, того, как я налито? Так я же вначале сказал. Подмонтировать? Конечно. Вот, тоже смотри. Давай ЧБ будет. ЧБ будет? Чё смотри? Ну, ты уже, уже пишется? Да. Ну, смотри. А, налили, как, да? Как налито? По-царски. Ну сколько? А бутылок 0,05 или 0,44? Ну не знаю. Вот он, выкрыл 0,5. 0,5. Ну и 0, с учетом того, что это 0,5, ну вот, как бы. Молодцы, да? Молодцы. Сразу по баллу, сразу, да, как бы. Да. Сразу позитивный настрой. Да. Ну, какой ароматный уже прям отсюда. Не знаю, у меня еще после стаута привкус. Варп. Пена уходит быстро, как говорят специалисты. Ой. Про этикетки что мы скажем? Красивые этикетки. Стильные. Здесь Шварценеггер в ушанке. Здесь Шварценеггер в ушанке на босу ногу. Контр-этикетка. Сделана в виде карт игральных. Прям отклеивая и все. Вот с козырей зашел. Такие вот у них. С контр-этикеткой пиво всегда так как-то выглядит. Посолиднее. Серьезнее. И налито было много. Налито, то есть пока что... Пока только молодцы. Положительные, да. Впечатления. Хоть и мало этого пива, но... Ну вот и видишь, вот там темный янтарь. Красивый цвет. До реда не дотягивает, Чистый, да, такой? Да. Достаточно не мутный. Ну, в меру мутный, скажем так. Там есть, может, какие-то... Ну, включения нет. Нет, все хорошо. Запах фруктовый, вкусный. Ну, как такой обычный, ну, как бы обычный. Я бы даже сказал, да. Запах ближе к опа, но это да такая... Нет, запах и пашный, и он без передергиваний, без не бомбический, без овер, такой, да, такой какой, все как надо. То есть на хмель не поскупились, но и больше, чем нужно, тоже не положили. Самое то. В общем, баланс, и опять, запах и баланс и сам лежит. И опять плюсик, да? Да. Да и вкус, по-моему, не хромает. Сладость достаточно. Сколько там плотность, крепость. Единственный минус, вот на контр-этикетке настолько все мелко и размыто, что город Химки варит, кстати. Неплохо. Ну, улица Рабочая, дом 2А. Вот зачем это сейчас? Не знаю. Так, углеводы, так. Да, это даже, я вот хочу алкоголь. Алкоголь не менее 7,5 оборота. Экстрактивный сусло 17, пожалуйста. Хорош. Ну, это почти дабл, да? Ну, судя по всему, выброжено на сухую, потому что сладости я отлично не чувствую. Сладости горечь чувствую. Мне показался он очень сладким. Ну, мне показалось вообще не сладким. Зато и БУ-70 не чувствуется. Кстати, похоже немножко на наше домашнее творение годичной давности. Ну, что-то в привкусе такое есть. То ли дрожжи, то ли еще что-то. Ладно, что мы можем про это пиво сказать и про пивоварню? Да, наверное, молодцы. В общем, и в целом достойный продукт для коммерческой продажи. Но информация... Пивоварня очень какая-то закрытая, потому что худо-бедно о российских пивоварнях, но есть какая-то там движуха. Про эту пивоварню нигде ничего я найти не смог. Есть группа ВКонтакте, есть сайт... И, в общем-то, все. То есть, никаких мероприятий. Я ее больше нигде не встречал, увы. А я и до этого нигде не встречал. Вот, впервые твое первое знакомство, а мое второе. АПА еще круче. Еще круче. Мне очень понравился их АПА, да, поэтому...
Чтобы следующим попробовать, вот думаю, стаут у них, по-моему, есть неплохой. Ну, как неплохой, я его не пробовал, поэтому, может, он неплохой. Надо попробовать. Надо. Ну, все, все очень мило. Да, вердикт. Пейте вкусно и в меру. Это были Саша Геннер и Гоша Грипс. Проект «Первая варка», пивоварня «Биарбрю». Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки. Как-то серьезно все это, да? Лицо сделал хорошее. Так, в Инстаграме, пожалуйста, фотографии наши лайкайте. В общем, все как обычно. Ну, вы в курсе. Пока. Да, на здоровье. На здоровье. Какие ваши доказательства? Какие будут ваши доказательства, хулиганы? Кокаином. Ладно, что мы можем? Себе наливать тоже. Да я сегодня тот еще выпивоха. Что он может сказать? Этикетки клевые. Мне очень нравятся у них этикетки. Единственное. Что тут? Этикетки клевые. Этикетки клевые. Этикетки клевые. Все, мы все это скажем. А как ты колдебенил эти этикетки наши? Че писал? Индия или Индиан? Я все правильно написал. И как я... А вот тут написано Индиан. Да что ж такое-то? На кого ориентироваться? Кто ориентирован у нас?